как же так? Зачем мне парень, который постоянно меня игнорирует? Говори, пока я тебя не задушила. Не, ну ладно, ты бескорыстна, но Беляев это имеет право потребовать свою долю выигрыша. Ах ты, сделала! Прошу уйти. Если кто-то увидит, что вы тут спите, и доложит управляющему, у меня будут крупные неприятности. Скажите, она вам кто? Жена? Сестра? Просто я ее люблю. Ну, вот возьмем лично вас. Жесткий, закрытый и человек, утративший способность к рефлексии. Проблемы вас не интересуют. Конец отношений. Да плевать 3 раза, я же играю в мобильный. А я думал, мне просто нравится змейка. Я говорю о том, что ваша профессия и ваша среда гарантируют человеку множество характерных проблем с психикой. А в этой школе проблемы достигли своего пика. Девушка стала, можно сказать, мишенью для выплеска агрессии. Как я для вас сейчас, да? О. Спасибо, классно потрепались. Я имею в виду, вы что, ко мне подкатываете? Ну, я проявляю к вам некий интерес и, как следствие, приглашаю в кино. Доктор, без обид, но вы не в моем вкусе. Вот вообще не в моем. Прям без шансов. Простите. И как эта прическа называется? Ты у меня сейчас договоришься. Я тебя накажу по полной программе. Сереж, ну подключи уже, ну. А кто сказал, что нельзя жить на одну зарплату? Неправда. Мы живем на одну, на мою. Но он меня любит. Но, правда, странной любовью. Если что, говорит, покалечу. Чтоб никому такая красивая не досталась. А недавно он очки мне разбил. Я спрашиваю, что наделала желанная. Он говорит, это я тебя по очкам победила. Олимпийц, спорный.